Гомельскому облспажу Союзу 80. Урочистый сход с нагоды юбилею прошел сегодня областным драматичным театром. На него были запрошены как ветераны кооперации, так и деющие работники, лепшие в своих районах. Истории достижений Гомельского облспажу Союза у материале Дмитрия Котова. 80 годов историю пишем разом. Этот лозунг добро адлюстровывает концепцию свята. С початку исторический экскурс. На специализованной выставе можно доведаться, как про працавали кооператоры некалькі десятигоддзяў тому. Светлана Шинкарова у системе Гомельского облспажусоюза працавала больше як 30 годов. Амаль палову з іх узначальвала управление гандлю организации. Зараз узгадывая, праца была не самых легких. Однако на іншую сферу деятельности яе б николі не променяла. Тогда было очень тяжело. Тяжело то, что мы переходили на самообслуживание. Раньше ведь торговля была через прилавок. Потом пошли бы на самообслуживание. А это все реорганизация, это все реконструкция торговой сети во всех районах. И вот сплошные командировки, новое торговое оборудование устанавливаемся. А вообще работать было и тяжело, и легко, но интересно. Начинается свято с гимна споживецкой кооперации. Его выполняет коллектив мастацкой самодеятельности Добрушского райспоживсоюза. Гомельский облспажусоюз был организован в 1938 году. Праз некалькі годов краине выпало найтяжкое выпробование. Почалася Великая Чинная война. Многие супрацовники пошли на фронт, да и в целом экономичная ситуация была вельми складаной. После завершения боевых деяний разом с обновлением народной господарки распошалося и поступовое развитие облспажусоюза. Чарговый складанный период истории связан с Чернобыльской трагедией. Але коллектив заусёды знаходил выйсти. Я хочу сказать, что вот наш коллектив нашего облпотребсоюза отличало то, что это очень работоспособные люди, очень ответственные, высокоответственные люди, очень сплоченный коллектив Гомельского облпотребсоюза. Я хочу сказать, что нет таких задач, нет таких вопросов, которые бы были не по плечу для решения нашему коллективу. Гомельский облспажусоюз сегодня это 17 районных споживецких товариств и 10 унитарных предприемств. По выниках господарчо-финансовой деятельности великий коллектив завсёды займает призовые места в Украине. Облспажусоюз занимает значное место у экономики нашего региона и до того же выполняет важную социальную функцию – организацию гандлю у сельской мясовости. Мы все-таки обслуживаем более 70% это сельское население нашей области. Это менее платежеспособный пласт населения области, поэтому нам сложнее сегодня, чем кому бы то ни было. Но, тем не менее, даже в этих сложных условиях, работая, отдельные коллективы, большинство даже коллективов показывают стабильную, нормальную работу. Пусть она не такая высокорентабельная, не очень прибыльная, как хотелось бы, и доходная. Но, тем не менее, это позволяет коллективам держаться на плаву и выполнять те социальные функции, которые возложены на нашу организацию. Удел у святочным мероприемстве приняли керовники, работники и ветераны галины. Згодно с доброй традицией заохвочены лепшие супрацовники и коллективы. За продуктивную шматгадовую працу и особистый уклад у развитие споживецкой кооперации региона переможцы у разных номинациях узнагороджены гоноровыми грамотами Гомельского облвыконкама и областного совета депутатов, правления Белкапсоюза и Аблспоживсоюза, а так само галинового профсоюза. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».